Поддержку малого и среднего бизнеса в Смоленском регионе осуществляет Центр поддержки предпринимательства. На встречу с десногорцами прибыл директор центра Сергей Шапкин. Он рассказал предпринимателям нашего города о мерах поддержки малых и средних компаний. Ведущий специалист аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Смоленщины Сергей Ковалев поведал начинающим бизнесменам, как защитить себя при исполнении государственных и муниципальных заказов. А начальник отдела по реализации конкурентных способов определения поставщиков Главного управления Смоленской области по регулированию контрактной системы Людмила Решункова познакомилась с реализацией государственной политики в сфере закупок для нужд нашего региона. Также на встрече предприниматели узнали об этапах участия в закупках и как правильно подготовить пакет документов для получения кредитных ресурсов. Завершился семинар подведением итогов.